Пора бежать отсюда, не думайте, я думаю, да. Шо? Валю я. И ливаем. Ну, жесть. Меня просто убили сейчас, я думаю. А может быть лучше? Огнишко. Женя, ты у нас решил железо найти в камнях, да? Что? Железоискатель, да? Бесконт остался. Почти их убил. Давай, ты сможешь, я верю в тебя, ты сможешь, давай. У тебя еще немножко осталось, ты сможешь, давай. Давай, я верю в тебя, давай. Там еще камней немножко осталось. Чуть-чуть. Но любимый, вдруг ли он? Объясни мне, какого рожна у него Килджиден. И как ты думаешь, как я его убью? У кого? Ну, Жеки, у Жени. У меня нет шансов против него. У кого против кого? У меня против Жени. А вот, что у Жени ты такого? Ты мне как с собой же трудники ломать, я не понимаю. Я просто нахрен разостеру этих бичей. А я тебе сказал, если найдешь это пингвина, ты получишь... В общем, героя получишь. Да, фиг тебе. Найди пингвина на карте, и ты сможешь получить... Да, удачи. Героя. Подожди-ка. Я буду сейчас так доканывать его. Я просто не отстану от него, вообще не отстану. Молодец. Ну, ты славный. Эй-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Или ты можешь убить Артаса и получить приз суперски. Одно из двух. Подожди. Артас возле твоей базы, ищи сам, где находится. Его очень легко найти. Пока я не расправлюсь с этим уродом, я нормально не смогу играть. Да бот тут это занят кое-кем другим. Хочешь помочь боту? Давай. Еще длиннее. Леон, пожалуйста, не трогай, да я убью его, а. Ты моего бота трогаешь. Это мой бот. Это как меня гасит? Давай, вперед, в атаку. Только не бей меня, пожалуйста. Да я буду смотреть просто, расслабься. А ты и так все видишь. А так будет интересней. Если что, я помогу боту. Не надо, пожалуйста. Да я нормально раздам вещей. Оу, лучше тебе вернуться на базу. Поверь ты мне, лучше нет. Я знаю, как намного лучше тебя, почему тебе надо вернуться с твоей армии на базу. Тут по-любому замешан ты, я уверен. Ну, можно сказать, что я. Но это не я. Просто на тебя идет не очень приятный подарок. Вот так скажем. И от тебя или от бота? Может быть и от меня, может быть не от бота. Хорошо объяснил. Я все понял. Но если считать Женю ботом, да, он бот, я согласен тогда. Жень, так беспалевно идешь на меня. А ты его видишь? Да, я не вижу его базу, но я его вижу. Каким? Я не сказать, я его армию вижу. Я не знаю, как это получается. За ВХ надо банить. Что? Он даже не знает, что такое ВХ. Он с читаками ни разу не встречался, вот почему не знает. Это моя территория, ты чё? Иди кыш с моей территории, ясно? А то убью всех. В смысле, я здесь забазился? А это именно мой квадратик, не отдам. Капец. Блин, подожди, я так сейчас гребать буду, ещё ты здесь. Блин, ну нахрен ты его убил, скажи мне. А он стоит, удерживает позицию. Он бьет всех, кто проходит мимо его. Сейчас драка будет у меня с этим Женей, Евгением. Мне нужны силы больше. Артур не знает, кто такие читаки и что значит ВХ. Женя, если ты отправил. ВХ — это те, кто через стену пробивают. Вот это я знаю. А ВХ в арке, я хз. Ну, слава богу. Не, Женя, поверь,
Я в редакторе играю. А спидхак, тогда ладно, самый легкий вопрос, это что такое? Я знаю, что такое тунгер. Спидхак, что такое? Спидхак это когда ты начинаешь так быстро бегать. Ну я играл с ним. Он меня с ножа выносил. А им что такое? Мне просто объяснения твои нравятся. И Женя, походу, тоже. А им тогда что такое? Ну, орки, они вообще конченые. Я сейчас просто бомбить начну, и просто их базу я просто разнесу. А им это просто им, и все. Как можно быть такими тупорылыми животными, чтобы побегать, рудник ломать и убегать? О, давай, беги к моему боссу. Давай, я убью твоего героя. Я согласен с тобой, что им это конченые. Блин, Леон, прошу тебя, пожалуйста, не мешай мне резать на куски орка этого самого. Ладно, скажи, где мой герой сейчас находится? Если скажешь, я не убью твоего этого героя третьего уровня. Повелителя ужаса, не убью. Если скажешь, где мой герой сейчас находится. Он находится на моей базе. Не, а если точнее именно? Точнее, говори, точнее. Если потому, что ты не передвигался, он находится возле моего склепа и башни на руках. Ну давай, проведи там воина. Если убью, тогда ладно. Я буду... Провел, давай, проводи. Меня там давно нету. А ты не думал, что я возле твоего героя нахожусь? И бегаю? Я не хочу. Да я убью, почему ты ко мне лезешь? Лезь к Жене, у него воины сильнее. О, кстати, Женя... О, Женя. Женя, прости меня, пожалуйста. О, я тебе забыл. Я иду к тебе. Не уходи оттуда, стой там, да-да-да, стой там. Да нет, не уходи никуда, стой там. Получай порож. Да стой там. Я уже близко, стой там. Спокойной ночи. А я успею паука твоего убить. Так. Да все равно он знает, кто ты. Я возле тебя. Я сейчас ударю по пауку твоему герою. Тащи задницу быстрее. Я даю тебе убежать. Если добежишь до своей базы хоть одним воином, я не убью твою королеву. Давай, давай, давай. Давай, я бью ее уже. Давай. У тебя есть шанс, я бегу рядом и бью ее. Ах, хрен тебе, умирай. Давай, у тебя ты есть шанс, давай. Ты сможешь. Ты даже не попал, но ты сможешь. Смерти. Боб, вот теперь ты добежал, да. Все, вот теперь ты добежал. Да, я вижу, все, ты вот, наконец-то чемпионом добежал. А надо было только одним добежать, все. Готов, короче, пора создавать элиту. Где мой труповозки? Получай. Хорош. За такую храбрость я вам дам денег, Женя. 2к дерева и... Нет, то есть 2к этих голды и 1к золот, то есть дерево. Короче, выносим этих щенков. А теперь идем к Артуру, пока он на базе бота, а мы бьем базу Артура. Бьем, пожалуйста, не надо. Тебя умоляю. Теперь на месте орка будет моя база. Это вопрос первый. Я задам вопрос. Если сможет Артур первый ответить на такой легкий вопрос, я пощажу его базу. Если Женя не успеет, я уничтожу его одну базу. Любую, которую выберу. Короче, что ты там находится? Вторую базу самую. Вторая база насмерть. Так, ну, давай, короче. Первый вопрос. Давай. Итак, поварику давай. Кто сказал Фариону, что... Нет, точнее сейчас. Сейчас. Ну, что сказал? Сейчас, подожди. Женёк, давай ты для меня, ради моей базы, пожалуйста. Ладно, самый легкий вопрос. Кто сказал Фариону, что его жена умер? Ну, разорвали эти вардалаки.
Это было в последней миссии. Все, все, ответил Женя первый. Артур, это... Женя, выбирай... Я тебе открываю карту, выбирай одну из баз, я уничтожаю полностью ее. Да подожди, я не ответил еще. А ты не успел, я сказал, кто первый ответит. Без... Я знаю, кто это ответил. Я знаю. Ну ответь тогда уже, ну он это уже ответил. Это сказала Мэв. Мэв сказала, чтобы Ильдан найти, я помню.